Люба Иванова. Канон географии СССР. Значит, я так же, как Ирина, тоже не собиралась поступать в МГУ, тоже думала поступать в МАИ, в другой совершенно, куда у меня весь класс отправился. Но поскольку экзамены были раньше, я тоже решила себя попробовать. И никому даже не говорила из класса, что я поступаю. То есть я с ними гуляла, ходила, все. Но время от времени учала сдавать экзамены. А потом мне все говорят, слушай, ну все подали документы, что ты не подаешь? Я говорю, знаете, я бы поступила себе. Когда? Ты с нами гуляешь, ну так сложилось. Ну, в общем, поэтому я и осталась в экономическом факультете. Собиралась идти на эконом-географию. Но потом, кстати, у нас была замечательная гидрологическая практика. У нас были такие веселые, хорошие преподаватели. И не сговариваясь, мы втроем из наших клубов, две девочки все ушли в гидрологию. Вот. И было замечательно. Учились очень хорошо. Окончила, я пошла работать в океанографический институт, но моя карьера гидролога продолжалась до рождения детей. Когда появились дети, я поняла, что никуда ездить я уже не могу. И опять я вернулась на эконом-географию, потому что моя подруга Галя Антонова, она эконом-географ, она мне говорит, едет в Украину, давай работай с нами. Ну и я сделала такой поворот и стала эконом-географом, можно сказать. Вот. Группа наша, гидрологов, вот здесь хотя три человека, вот как-то мне никто не сказал, что мы как-то вот собираемся, мы все очень дружно. И явка у нас так, да, 80-90%. То есть у нас народ приходит очень активно, и наш староста нас собирает, и в общем-то мы знаем, какой день, и все уже так планируем свои дела, чтобы в этот день получить. Вот, ну я хотела сказать сейчас, тут много о чем говорили, поэтому я не хочу повторяться. Я бы только сказали, что только один университет, а не нашему факультету. Вот я как раз хочу сказать про наш факультет, потому что вот эти совместные практики, да, какие-то там поездки куда-то, мы действительно все очень много объектов. И они людей сплачивают, и они позволяют как-то по-другому раскрыться. Потому что то, что сейчас я работаю с экономистами, которые тоже закончили МГУ, а у них нет такого. И когда мы рассказываем, они говорят, а у нас такого нет. И где-то они даже завидуют, то есть они не так знакомы, они не так дружат. А у нас действительно как-то вот, ну, оттуда, может быть, идет вот взаимовыручка, какая-то поддержка, да, вот как-то понимаем мы других. Кто-то сказал, что вот приедешь в другой город, там, или в другое место, находишь йогу. У меня тоже так случилось, я приехала в одно место, один раз, единственное, я была в санатории, я туда приехала, какая-то дама, мы приехали в Прибалтику. Так мы говорим, что-то МГУ, а где я МГУ, я географический. У нас 20 лет разница между нами, она старше. Я географический, да, а я гермофобик, а я говорю, вот это, я оказалась столько много знакомых, и мы с ней так замечательно вообще провели то время, что мне никакой другой компании не было не нужно. Вот. Поэтому я хочу просто выпить за наш факультет, который подарил нам замечательную молодость. Замечательные поездки. Мы же действительно проехали очень много. Вот сейчас мы там все рвемся за границу, а благодаря нашим студенческим годам и потом, когда мы начали работать, мы действительно очень много объездили. Мы посмотрели, вот кто-то начинает рассказывать, ой, ты где? А, где там была? Или еще там что-то такое, и там я была, и там они. А когда успели? Я говорю, а у нас студенческие такие условия. Вот, поэтому я хочу выпить именно вот за наш факультет, за этот такой вот дух. Действительно, я говорю, а тут вот у нас пошли друзья, мы тоже дружим, вот мы своей палаткой, мы своей палаткой, мы кафедры своей дружим, а куда пошли друзья, с которыми мы продолжаем дружить всю оставшуюся жизнь. Так что, ребята, давайте, за нас, вдруг за нас. Вдруг мы все приедем завтра. Да?